Всем привет! Сегодня будем делать леденцы. Ну, у меня есть вот такие формочки. Надеюсь, у вас тоже они есть. Если нет, то можно придумать, заменить их чем-нибудь, например, формами из-под печенья. Или, может быть, силиконовые формочки. В общем, они должны выдерживать горячую, высокую температуру. Формочки нам нужно хорошенько смазать растительным маслом с обеих сторон. Формочки скрепляем. И теперь будем варить карамель. Нам понадобится стаканчик сахара, и его нам нужно намочить. Поэтому подливаем водички чуть-чуть и смотрим. Много воды не должно быть. Вот такой мокрый сахар. Теперь включаем огонь и ждем, пока сахар растает. Сахар практически растаял. Карамель у нас начинает закипать. Сделаем огонь поменьше. Варим карамель до такого золотистого янтарного цвета. Вот такой цвет должен у нас получиться. Если варить дольше, он станет коричневым и будет немножко горчить. Теперь мы газ выключаем и даем чуть-чуть постоять, буквально полминутки, чтобы пузырьки у нас вышли, иначе вся карамель будет в пузырьках. И начинаем разливать. Карамель у нас застыл, мы формочки открываем. Вот такие замечательные петушки у нас получились. Попробуйте сами приготовить, ваши дети будут рады. Всем спасибо, пока-пока.